Ульяновской области 75 лет. Вы гордитесь тем, что вы живете здесь? Очень, очень. А чем гордитесь? Что здесь самого такого, чего нет нигде? Здесь родился Ленин, вождь Великой революции. Горжусь, это родина Ленина и культурный центр России, вот так вот. Ясно. А поздравление какое-нибудь сказать всей области не хотите? Я поздравляю вас с этим замечательным событием. Гордитесь тем, что вы живете в этом городе. Он прекрасный. Красивый город, во-первых. Родина Ленина. Что еще у нас? Авиастар у нас есть. Я хочу поздравить любимую Ульяновск, любимый житель. Я поздравляю вас с таким значительным праздником. Да, безусловно, я рада, я горжусь, что я родилась и живу в этом городе. Он реально самый лучший. Я просто обожаю его. Хорошая природа. Дешевый проезд на маршрутках. Да, технологии большие у нас. Вот этим расстроен, конечно. Поздравляю всю область. Да. С юбилеем, да? 75 лет. 75 лет, вот. Да, слава желаем Богу. Процветания. В общем, Морозов молодец. Слава Богу. Вот, слава Богу. Наша область сейчас развивается очень сильно. То есть открывается все больше мест, куда можно сходить. То есть для молодежи сейчас все условия. То есть вот, что я могу сказать. Поздравить не хочешь жителей? Да, хочу поздравить всех жителей Ульяновска с этим знаменательным днем. Всего вам хорошего. Поздравляю всех ульяновцев с 75-летием. Желаю здоровья, счастья, любви. Всего доброго. Я желаю области процветания, успехов во всем, больше побед и, ну, и все, наверное, всего самого хорошего. Да, я полностью присоединяюсь к ее словам. Я живу в этом городе с самого рождения. И всего самого лучшего, процветания, конечно же. И чтобы город самосовершенствовался, и чтобы в нем появлялось много хороших мест, где можно провести время. А что здесь такого, чего нет ни у кого? Ну, то, что у нас два моста. Новый мост построили очень хорошо, удобно. Мы за Волжье живем, поэтому нас это все устраивает. Ну и на должности Морозова, конечно, Ульяновск маленько расцветает. Все хорошо. Во-первых, вот мы с мужем ездим по другим городам. Есть чем сравнить. У нас город относительно не такой же плохой, как, может, некоторые думают. Вот. Во-первых, ну, светофоры с цифрами. Вот. То есть это очень помогает водителям. Вот, потом, ну что еще, вообще город приукрасился, особенно вот этой зимой. Вот, очень, ну, заметно, что вкладывает наше правительство деньги вот в красоту нашего города. Поздравляю всех жителей нашего региона, Ульяновской области, с большим праздником, 75-летием Ульяновской области. И желаю всем здоровья, счастья, благополучия. Всего доброго. Я патриот своей страны. Здесь родился Ленин. Здесь живут очень замечательные люди, трудолюбивые, люди, которые выиграли войну, и молодежь, которая стремится вперед и хочет, чтобы город процветал. Может быть, поздравите нашу область? Дорогие граждане Ульяновской области, друзья, поздравляю всех с праздником. Желаю, чтобы наша область процветала, чтобы мы шли вперед, чтобы мы были здоровыми, красивыми, умными. Всего самого-самого доброго.